Всем добрый день! Сегодня я покажу, как снять гель-лак в домашних условиях на правой ручке. Как это делаю я. Итак, что вам понадобится? Вам понадобится фольга. Можно предварительно ее вот так вот нарезать, как у меня. Спонжики тоже разрезаем. Спонжик на 4 части. Жидкость для снятия, которой вы пользуетесь. Также понадобится щетка для того, чтобы убрать лишнюю пыль. Вот такой пушер или любой пушер, который вам удобно будет убирать остатки гель-лака. И вот такой баффик, чтобы полировать ногтевую пластину. Итак, приступаем. Берем спонжик, набираем жидкость. Я показываю, как я делаю это на правой ручке. Ложу. Сначала начинаю с мизинчика. Ложу фольгу вот так вот вниз. Придерживаю пальчиками. И вот так вот конвертиком заматываю. Лишнее убираю вниз. Прижимаю. Когда замотали правую ручку, можно работать с левой. Или же просто подождать около 10 минут и снять сначала правую руку, потом работать с левой. Я покажу, как работать, когда замотали правую руку, как замотать левую. Итак, приступим. Около 10 минут уже прошло, я буду снимать гель-лак. Начинаю с правой ручки. Беру вот такой пушер. Снимаю по очереди ногтики и убираю остатки. Как видите, я взяла салфеточку, чтобы остатки убрать на салфетку. И аккуратно, сильно не прижимая пушером к ногтевой пластине, убираю остатки. Вот так. Так делают с остальными пальчиками. Thank you.
Дальше берем вот такой вот бафик и полируем ногтевую пластину, то есть убираем остатки. Если у вас остался гель-лак немножко, где-то на боках, можно взять пилку, но не очень грубую, и его немножко спилить, если бафик не спилил все лишнее. Всегда остается вот здесь у боковых валиков, поэтому мне удобнее всего убрать пилкой. Дальше запиливаем бафиком. Сегодня в моем видео я показала, как я снимаю гель-лак в домашних условиях на обеих ручках. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих моих видео. До скорых встреч!